Всем здорова, друзья! С вами спикер и Гордон Фримен. Мы продолжаем проходить уровень Source максимально, без смертей. И погнали! А у нас весы, нужно скидать кирпичи, и тогда сможем перепрыгнуть. Я думаю, 3 кирпича будет достаточно. Там, кстати, уже вертушка прилетела, походу, по нашу душу. Так, 3 кирпича уже есть. Нормально? О, нормально. Можно спокойно перепрыгнуть. Какого черта? Хорошо, давай четвертый. Четвертый точно хватит уже. Нет, не получилось снова. Да что такое, он как-то не прыгает. А, без разбега. Все нормально, понятно. А вот вертушка. Походу, по ношу душа. Хорошо, погнали дальше, не будем на это смотреть. Вот вертушка по нашу душу. О, жесть, жесть. Тогда идет перезарядка и быстренько двигаемся. Так, нормально. Какое-то говно даже падает сверху. Так, бочку нафиг и проходим скорей. Так, ушли. Так, есть знак, значит там есть что-то есть. Там есть нычка, это точно. Так, бочка. Возможно, там зомби, а возможно и нет. На всякий случай. Так, это жизнь у меня уж максимум. Ох, будет сегодня довольно потно. По этим канализациям довольно будет сложно. Но мы, конечно, пройдем. Так, лизуны. Сейчас разберемся с вами. Всем разом и готов сразу троих. Остальные подбирают уже ошметки. Так, у нас ничего нету. Так, ребята, готовы. Остальные опять ошметки собирают. Так, есть жизни, мне не нужны они. Так, уже на улице. Успею вовремя уйти, и можно сразу пробежаться. Так, были патроны. Какого черта он тут делает? Сколько раз я играл? Помню, 15 раз играл, или 20, и всей этой фигни здесь не было. Но тогда я не играл на максимальной. Так, там ничего нету. Бочка мне, конечно, пригодится на всякий случай. Так, здесь еще вторая бочка. Можно, наверное, взять с собой даже. Если что, она пригодится. Давай сюда, быстрее! Гражданская оборона у нас на хвосте. Мы подрываем железку, чтобы замести следы. Похоже, ты будешь последним, кто здесь пройдет. Радуйся, что ты не тот, кого они ищут. У этого бедолаги вообще нет шансов. Похоже, они созывают все подразделения ГО в Сити-17. Они заполняют каналы Манхэками. Тебе надо уйти... Сейчас будут, походу, эти штуки. Ох, да. И бочка как раз для этой цели я и взял. Так, подальше, подальше! Чувак живой? Нормально. Пару выстрелов и готово. Нету проблем. Сколько времени прошло, я реально все помню. Так, походу еще будет. Но у меня нет бочки, придется, наверное, вручную уже. Хорошо, открываем, разбираемся с ними. Главное сразу атаковать их. Так, можно даже по одной пустить, уже с одной разобраться гораздо проще будет. Как я не живучий-то? Уровень сложности максимум, реально как-то живучий. Так, уходим прям по заднице. Это было больно. Так, спокойно. Возьмем пистолет уже.
и красиво уничтожим. Да, это было больно. Прям по заднице. Так, бочки, бочки нужны. Черт, не успел взорвать ее. Ох, шарванет. Держи. Тут без проблем. Патрон у нас есть, в принципе, все нормально. ХП, конечно, побольше нужно. И тогда будет просто найс. Так, ничего у нас тут нету. Так, патроны жизни нужны. Так, больше там ничего нету. Сейчас не помню, что здесь были проблемы. А вон уже проблемы бегут. По мою душу. Так, хороший хедшот, у нас 100% жизни. А у ребят, походу, уже не 100%. Ты где бегаешь? Стой на месте. 4 хп снял. Вот уродец. Так, можешь закрыть? Они сверху, уходим, уходим. Да черт возьми. Вот же задница. Так, бочка мне пригодится, наверное. Так, они остались позади. Ух ты, жесть! Гасим, гасим быстрее! Все-таки цепану его пару раз. Ох, какая тут нычка! Очуметь, сколько тут припасов! Так, проходим. Тут у нас только бронь, патроны есть. Нормально, пополнились. Можно, конечно, сделать поярче и не использовать фонарик. Но я, в принципе, сделал нормальное освещение, чтобы красивые текстурки. Хотя для... А, чувак пришел. Как раз вылить бочки. О, есть патрончики. Патрончики мне нужны. Так, теперь, походу, вниз. И прям хедшот. Нормально. Так, так, держи бочку. У меня кончились патроны, что ли? Или было пере... Он сам переключился почему-то. Так, походу и все. Двое ребят. Так, мне бочка, наверное, еще пригодится. Так, я брошу, наверное, здесь ее. Тут у нас, походу, ничего нету. Так, у нас уже появился автомат. Это, конечно, здорово. Там есть зомби. Там, походу, патрон у нас. Может, хотя бы ломиком его загасить. Ох, у нас есть гренка. Это нормально уже. Она мне пригодится. Так, быстрее, не умеешь передвигаться. Это было довольно опасно. Шли прямо на него. Так, где, походу, под воду. А, вот, да, точно. Реально все помню. Сколько лет прошло? Я даже сейчас и не помню, сколько лет уже прошло. Так, ну, воздух. Воздух, снова ныряем и обратно идем. То есть не обратно, а дальше. Так, кто пополнится, у нас будет фонарик, потому что я ни черта не вижу, куда идти. А, в другую сторону. Так, эту фигню нужно уничтожить. Где она летает здесь? Так, наверх мы не заберемся. А вот она. Ну-ка, спустись чуть ниже. Так, готово. Нормально. Черт возьми, походу автомат у него. Да, у него автомат. Сейчас сделаем хедшот тебе. Хотя можно прицеливаться вот таким макаром. Целимся уже и стреляем. Нет, это слишком большой угол. Нужно реально быстро высовываться. О, это было красиво. Это, в принципе, неплохо было. Так, у нас здесь лизун. Нужно аккуратненько пройти. И у нас там есть контейнер. Ох, патрончики. Нормально. Пока что реально без всяких проблем проходим.
уровень сложности максимальный, так что, друзья, я вам покажу. Извините, что буду часто показывать. Но чтобы написали комментарий, что играю на легком. Хотя видно, что ХП исчезает очень быстро. На средней сложности так ХП не исчезает. Да, можно прицелиться просто и хедшотера скидывать. Это довольно круто получается. Так, снова вертушки. Он хороший выстрел. Ох, сколько патронов трачу на нее. Сейчас мы... Вот ХП потратил. Там еще чувак остался. Долго высовывался. Так, где налетает? Да спускайся сюда уже. Довольно быстро уничтожили. Так, уже бронь сняли. Жесть. Да, долго, конечно, так прицеливаться, пока я наведусь. Лучше по старинке. Готов. Так, у них патрончики. А мне нужно... А мне в другую сторону нужно. Так, секундочку, я обыскал этих. Оп. Так, здесь у нас пар, нужно будет кратенько пройти. Так, ну где он, держи-ка. Хотя не стоит использовать. Ах, использован. О, довольно опасно было. И сразу троих сняли. Так. Вот задница-то. Ну давай, лети на меня. Нормально. И снова потеряли бронь. Так, нычка у нас внизу есть. Сейчас здесь пролезем. Надеюсь, тут у нас не будет зомби. Ох, вот это нормально получается. Сколько аптечек-то. Попомнили хорошо, значит дальше что будет тяжелое у нас. А в нашем случае еще тяжелее. Так, вот лестница есть. Так, я уже вижу чуваков. А вот бот-бочка нам нужна находиться подальше. Довольно опасная штука. Сейчас, чувак, с тобой разберемся. Нормально снова сняли. Второго. Красиво сняли. Он уже спустил сюда. Так, там, походу, двое. А ребята смелые, зашли сюда. Так, теряем слишком много хп. О, жизни. И гренка, это была гренка. Нормально. Нормально потеряли жизнь, конечно. Долго слишком шла перезарядка у меня. Все понятно наверху. Готов. Я хотел пройти и посмотреть, что у нас тут есть. А тут у нас только есть неприятности. Подходи по одной. Там еще есть одна. Я там, походу, еще две. Двадцать одно хп. Вот это я понимаю я. Жарище. Потихоньку по черному. 15 кп. И мне уже жарко. А таки макар могу много раз. Все-таки прилетело, меня зацепило. Так, 9 кп. А у меня проблемки. Ничего страшного, найдем хп. Нычку найдем и нормально будет. Сейчас пополнится энергия и пройдем дальше. Так, пойдем уже. Ох, тут довольно будет жарко. Так, они снизу. Так, сверху их нету. Это дело мы все взорвем здесь. И все-таки парочка осталась. Ну давай, лети сюда. Нет, еще одна осталась.
Главное, не по заднице моей. Хорошо, разберусь так же вручную с ними. Прямо об стенку. Готово. Так, так, спокойно. Так, перезарядку. Так, мы тут не заберемся. Нам нужно вон на ту бочку перепрыгнуть. О, то, что нужно. Тут у нас ничего нету. Жизни мне нужны будут. Это и все, что ли? Так, больше ничего нету. Это, конечно, фигово. Ну что, друзья, на этом мы закончим и уже продолжим в следующем ролике проходить на максимальной сложности, и Гордон Фримен вернется к вам. Ну а с вами был Спикер, и до новых встреч. Всем пока!